Извините, сэр, вы доктор Гарри Вандершпигель? Чем могу помочь? Вчера в городе произошло убийство, а вы врач. Нужно, чтобы вы осмотрели тело. Доктор? Это просто супер. Настоящая тайна, которую надо раскрыть. Прямо закон и порядок. Тан-тан. Какой ты стрёмный чувак, вы тоже заметили? Надо доказать, что я свой, что я такой же, как они. Вы обалдели! С ним что-то не то. Вы вообще кто, Гарри Вандершпигель? Я человек, такой же, как и все. Пейшенс, штат Колорадо. С виду обычный американский город, но поверьте, все не так просто. Мой сын считает вас пришельцем. Вам решительно не о чем волноваться. Я не пришелец. Спасибо, что зашли в гости. По городу ходит убийца. Я могу помочь. Я хороший врач и всегда прав. Мы уверены, что тело вынесло на берег. Откуда вы знаете? Я это чувствую. Буквально яйцами. Кроме того, я проверила течение. Так что мы имеем течение и яйца шерифа. Все невиновны, если вина не доказана. Или если виновны. Убийца находится здесь, среди нас. Там-там. Такой дерзкий, мне нравится. Но он и любитель. Засланец из космоса.